Ребят, привет всем. Короче, у нас находки. Очередные находки. И, значит, сегодня по мелочи так привез. Значит, смотрите. Помните, в прошлый раз было это, вот такой пауэрбанк был. Он, оказывается, вот с таким дисплеем. То есть, у него вот тут вот дисплейчик, на котором показано, сколько у него процентов зарядки еще есть. То есть такой прикольненький. Вот. Дальше, значит, у нас вот такая вот найдена. Fantasy Color. То есть вот этот вот, вот эта колонка, видите? Она, Bluetooth mode has been on. Вот она играет, когда она это светится вот такими цветами. Блум-блум. Вот. Немножко ударенная здесь. Ну, видимо, ее уже так пользуюсь. Bluetooth mode has been on. Вот. Видите, здесь можно карту вставлять. Маленькую. Либо подключать. Подключать. Ага. Вот теперь я понял, короче, почему ее выкинули. У нее вот здесь вот вот эта вот штука. Вот эта штука, где она заряжается, у нее, короче, оторвана. Вот, то есть у нее сейчас какая-то зарядка есть, но когда она кончится, эта зарядка, ее уже невозможно. Bluetooth mode has been on. Ее уже невозможно будет зарядить. То есть вот эту штуку, скорее всего, надо снимать. И вот это Bluetooth mode has been on. Так называемые лады буши надо впаивать туда. В общем, вот так вот. Не знаю, кому ее это самое предложить, потому как сам я вряд ли дойду до этого, чтобы ее делать. Так, у нас мобильнички. Вот такая Nokia с антенкой. Вот такая Nokia классическая. И еще один вот такой вот. Кстати, рабочий он еще до сих пор стоит на нем. Этот 1848, что-то там написано. Ну, в общем, три мобильника. Это пока. Вот, пока я их сюда тоже кину. И вот такая навигация. Кстати, вот навигацию я себе оставлю, потому что иногда нужна. Смотрите, она еще вон, даже в пленке. С нее так пленку и не сняли, да? Навигация иногда нужна. Вот. А у меня в машине есть навигация, но она иногда теряет, блин, как ее называют? Сигнал теряет. Вот, ну, потому что там все-таки это китайская, знаете, вот это вот магнитофончик, там, как этот, плеер с дисплеем, там все-таки это Китай, вот. Ну, как бы, не то чтобы постоянно теряет она сигнал, но бывает такое, поэтому вот такую вот можно, чисто когда далеко в дорогу едешь, когда едешь, далеко в дорогу брать вот такую вот еще, на всякий случай. А то же мы сейчас как бы обленились, блин, без навигации, ну прям никуда. Вот она включается. Ну, в общем, будет работать. Так, нашел несколько кассеток. Кассетки взял. Ребятки, получил посылку как раз только что. Сейчас будет распаковка. Вот, ну, про кассеты я говорил, да? То есть нашел кассеток несколько штук. Но я их всегда беру. Вот, потому что кассетки все-таки это хорошо. Есть вот такие бас. Есть ТДК. Еще ТДК. И вот такая Fuji. Вот. Потом послушаем, что здесь есть. Короче, вот она, навигация рабочая. Можно, кстати, выключить. Пусть заряжается. Так, и смотрите. Сейчас сделаем распаковочку посылки. Мне, я тут кое-что купил. Не, правда, не на 100% уверен, подойдет, не подойдет. Потому что
как бы по параметрам должна подойти к тому прибору, который я купил. Вот. Но Sony это такие, такая фирма, где от нее можно, блин, всего ожидать. Ух ты. Какая-то оригинальная такая упаковка. Вот, 4,5 вольта мне нужно, да? И это как раз... Так, как бы ее теперь еще раз путать? Ё-моё. Ну, кто я так смотал? И сейчас я покажу, для чего я ее купил. Вот эта вот штука подойдет, не подойдет, не знаю. Вряд ли подойдет. Так, хорошо. Хорошо, не подходит. Не подходит. Вот к этому плееру. Сейчас попробуем. Где у него? Вот она. Вот, к этому плееру подходит, но здесь надо 6 вольт, а здесь всего 4,5 вольта. А вот, ну, не знаю, зарядится, не зарядится. Кстати, ничего, никаких лампочек не светится, не показывает о том, что она заряжена или нет. Вот, ладно. Вот, ну, вообще-то я ее покупал не для этого. Я ее покупал, эту зарядку, вот для этого радио. То есть это радио работает, я, короче, проверил его. Вот, но хотел оригинальную соневскую зарядку купить. Но теперь эта зарядка не подходит. Вот, ну ладно. Не беда. В принципе, пойдет. Может быть, на 4,5 вольт сюда и пойдет. Я не знаю. Короче, пусть пока полежит. Ладно. Короче, буду теперь знать, какую покупать. Там уже с 4 миллиметра. А здесь у нас этот пин, там, по-моему, 3 миллиметра, а мне же 4. Так, мы сейчас продолжим, ребятки. Смотрите, у нас вот такой вот, такая находка. И сразу хочу посмотреть дисплей. Дисплей целый. Windows 7. Модель. Так, что это у нас вообще? Asus. Модель его X50D, DEG какой-то сервис. Так, здесь стерта информация о нем. Какая у него тут CPU стоит, короче, и все такое. Вот. Ну что, мы попробуем сейчас запустить. У нас здесь где-то есть поблизости блок питания. Сейчас попробуем его запустить. Не подходит, ё-моё. Итак, ребят, нашел зарядку другую. Лампочка светится, это хорошо. И включаем. Смотрим. О, включается. И так, дальше что? Так, 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 так. Короче, он говорит, что нужно ему в бот. Короче, эти, ну, там, настройки сделать, да? Так. В бот меню зайти и настройки там поменять. Ну, в общем, смотрите, вот так вот он выглядит. Не думаю, что его открывали и что-либо снимали отсюда. Думаю, что там все стоит. Вот, поэтому зайдем ему в... Так, вот он пишет. Зайдем мы ему в бот меню, короче, и
попробуем, короче, поменять ему настройки. То есть нам говорит, просто нужно настроить. Вот. Если надо будет, поменяем ему, поставим ему винду другую. Вот. Ну и что я хочу сказать? Еще один претендент на розыгрыш. Как вы считаете, нормальный? Понятно, что не особо крутой. Видите, у него вот такой вот у него стоит процессор. Вот, ну то есть такой просто юзать интернет. Ноутбук вполне себе зачетненький. Убираем его в сторону. И зарядку тоже надо убрать. Сейчас продолжим, ребят. Ребят, значит, что хочу сказать. Нашел много вещей, которые такие вот монетки, часы, какой-то антиквариат и так далее. Ну вот, у меня тут прям целая это, целая коробка. Вот. Ну, в общем, все это будет, конечно, показано на канале Houseplants Live. Кто не подписан, ребят, заходите, подписывайтесь. Вот, там теперь все будет намного интересней, потому что я уже с понедельника иду на работу. Вот. Ну, в общем, там тоже для любителей антиквариата, монет, часов и всякой-всякой всячины есть очень интересные вещи. И, короче, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, там, пишите комментарии и так далее. Мы там тоже делаем розыгрыши. Вот, а сейчас мы продолжим здесь. Мне нужно чуть-чуть навести порядок. Итак, ребятки и ребятки, продолжаем. Смотрите, вот такой вот приемник был найден. Приемник от фирмы ITT. Маленький, симпатичненький. Ага, вот антенна у него, кстати, выпала. А почему? В принципе, смотрите, антенна целая. Она не поломана, ничего. Вот, но она там, естественно, не держится. Она должна вот здесь вот держаться. Вот, ну посмотрим. Во-первых, нужно проверить, включить, работает ли он. Тут у меня где-то сейчас вывели кабеля. Вот, кабель. Сейчас возьмем кабель, проверим. Почему беру всегда такие старые приемники? Потому что их покупают. Их люди, вот, коллекционеры всякие, берут. Так. Ай. Ну, да, включился. Ультра. Крутится все. Ну и, скорее всего... Скорее всего, еще и поймает волну, потому что здесь в подвале не очень, да? Вот. Ну, если вот так вот, давайте антенку вытащим. Да, он ловит. Ребят, вот, блин. Я извиняюсь за косяк. Опаля. За косяк извиняюсь, за то, что вам ничего не видно было. Ну, в общем, вот, антенка у него вот выпала, да, то есть она как бы целая сама, но она не держится вот здесь. Она там должна держаться в этой штуке. Вот, ну, ладно, мы с ней разберемся, с антенкой. А может быть, она так и должна быть, что она вот так вот выставляется и вот так вот стоит здесь. В общем, не знаю, посмотрим. Я говорю, разберемся. Факт тот, что он работает. И это у нас ITT Sharp Lawrence Tiny маленький, да? Вот. Как я уже и сказал, все в комплектике, все это самое, все четко. Вот. Его купят. Не знаю за сколько, но купят. Вот. А мы продолжим, смотрите. Взял вот такую вот лампу. Что меня привлекло в этой лампе, смотрите, что она вот у нее вот такое
крепление интересное. И вот такой выключатель. Тин-тин. То есть его можно к столу, к любому, прифигачить. Но для начала нужно проверить, работает ли. Так, давай мы тебя выключим. Смотрите, работает. Лампочка-то рабочая. Ну. Там не RGB, там нормально обычная лампа стоит, светит. Ну, я бы не сказал, что прям так очень ярко. Вот, ну нормально. Нормально светит. В общем, в принципе, можно ее использовать. Сейчас я вам покажу. Ой. То есть она вот так вот к столу может прикрепляться, и потом можете себе подсвечивать. Вот она гнется и, в принципе, остается там, где вам надо, да? Вот, скорее всего, да, оставлю для таких вот работ мелких. Посмотрю еще, что там за лампочка стоит. Может быть, ее на более мощную можно поменять. В общем, вот такая вот прикольная. Ладно, пока уберем. Продолжим. Так, это у нас навигация. Я ее уберу. Вот такие, ребят, Makita. Очередная Makita найдена. Сейчас мы ее включим на зарядку. Поставим батарею на зарядку. Попробуем. Мне кажется, она должна работать. Вот. Выглядит хорошо. По всяким стройкам ее, блин, не юзали. А, ну вот видите, даже у нее это самое. Еще один аккумулятор нормальный. Вот. Хорошо. И вот смотрите, что в коробке, ребят. Вот таких вот взял. Как их называют? Дискет, да? Вот. Не знаю, что здесь на них. Кто-то у меня когда-то спрашивал вот такие дискеты. Здесь вот Zone Blaster CD, CD, инсталляционный диск. Вот. Не помню кто, но когда-то кто-то у меня вот такие вот диски спрашивал. И вот они, смотрите, попались, их много. Я их набрал. Кому нужны, пишите. Вот Sony есть. Есть Maxell. Yakumo, Rockwell, 56K, модем. В общем. Так. Смотрите, видите, сколько их много. Есть даже вот такие вот упаковочках. Driver, Fue. Браузер, маус какой-то, короче, и так далее. Вот здесь я даже Windows видел, 98-й. Где-то она на одном из этих дисков. Вот такая вот есть. Что-то там, не знаю, что. Где-то я видел Windows. Pentax. Ну, в общем, всякие. Как я говорю, что, ребят, кому надо, пишите. После видео, если не будут востребованы эти диски, я их, естественно, выкину. Так, ну а мы сейчас продолжим. Итак, ребят, следующие находки у нас немножко так к электронике не относятся, но тем не менее относятся к находкам. Сейчас я вам их покажу. Смотрите, вот такие вот вещи найдены. Это у нас что? Что за модель? Феррари. Вот так багажник открывается, двери открываются. Капот открывается.
Должен вообще-то, да? А вот так он, видите, вот. Моторчик у него там все четко. Так, и это у нас Made in Italy и Viper. Dodge. Ага, модель Dodge. Viper какой-то, бла-бла-бла, короче, не знаю. Ну, в общем, вот такая интересная машинка. Это как бы одна из. Дальше у нас еще одна. Вот такенная. Значит, смотрите, это у нас Mercedes Sport. И у него отсутствует вот эта верхняя крышка, да? К сожалению. Made in Thailand. Maisto. Короче, фирма Maisto. Жалко, что у него отсутствует закрышка. Ну, ничего не поделаешь. Вот. И есть еще одна. Вот такой паршак беленький. Вот. Но тут у него ничего, по-моему, не открывается. Кроме дверей. Двери, да, вот открываются. Угу. Да. И спойлер, кстати, у него сломанный. Вот он. Заклеивать надо. Ну, в общем, вот такой вот Porsche. И здесь у нас Made in China. Модель какая-то Porsche 911 GT1. Made in China. Вот. То есть из всех моделей это самая крутая, вот это вот. Потому что это, во-первых, Made in Italy. И она полностью целая в комплекте. Классно. Вот такие вот у нас три автомобильчика найдены. Жалко, конечно, что у Мерседеса нету задней крышки. Вот. И может быть, я ее даже где-то и прозевал. Может быть, она где-то рядом и лежала. Вот. Но, знаете, когда бывает вот так вот там увидел, спешишь там что-то раз. Опа, и не нашел. И не забрал. И забыл забрать. Ну, в общем, бывает такое. Ладно. Поставим их в сторону. Хорошие машинки, прикольные. Я даже знаю, что у меня их отожмут. Вот даже не сомневаюсь. Сейчас мы продолжим. Так, ребят, подзарядился этот, короче, аккумулятор. Очень даже мощная. В обе стороны крутит. 6223D. Ну, вполне себе зачетненько. Мне нравится вообще вот эта модель. Она такая вот как бы маленькая, небольшая такая, но довольно-таки серьезная. Так, либо ну, тут сильно, короче, крутит. Ладно, сейчас я принесу кое-что другое и будем смотреть, что я еще нашел. Ребят, ну что, вот еще одна очередная находка. Сейчас я вам покажу просто пока вот так. То есть колонки я подсоединил. Ну, смотрите, она, в принципе, сейчас играет, да? Вот, все работает, все четко. И с колонки уберу в сторону и покажу вам, что это за аппарат. Вот так вот. Короче, Panasonic AV Control Receiver. SAHE70. Вот такой вот аппаратик у нас. Довольно-таки неплохо играет. В общем, следующая вот такая очередная находка. Вот. Ну, а мы сейчас еще приступим
к осмотру другой находки. Мне ее только нужно принести из машины. Ребят, следующая находка у нас. Короче, хороший усилок был. Вот смотрите, вот такой. Onkyo. Много функций, даже Bluetooth есть. Но не играет. То есть он там, он как бы на все команды здесь как реагирует, да? Но звук из него не идет. Вот. Пытался я, короче, вернее, не пытался, а раскрутил, думал, может здесь какие-то предохранители. Но нет. Предохранители вроде как целые. Еще здесь, смотрите, вот я сейчас вам покажу. Вот верхняя крышка его, да? Здесь какая-то вот как ржавчина. Здесь тоже, короче, вот она, видите, ржавчина. То есть что-то пролилось, либо, я не знаю, вот здесь вот тоже вот прям видно ржавчина, да? Вот. Вот какая-то плесень. То есть вот тоже какая-то ржавчина, плесень. В общем, вот тут вот, видимо, короче, что-то перелилось, и ему пришел пипец. Вот, поэтому, скорее всего, да, я не буду его восстанавливать. Ну, в смысле, пытаться даже восстанавливать. Потому как тут все нужно, блин, расчищать, перечищать, короче. Ну, в общем, это, скажем так, нецелесообразно. Его легче просто выкинуть нафиг. Вот. Сейчас посмотрим. Вот он. Предохранитель. Да, все предохранители у него целые. Короче, не знаю, почему он перестал играть. Вот. Угу. Тем не менее, он это сделал. Так. Еще один предохранитель тоже целый. Ну и вот здесь еще один. Он тоже целый. Короче, этот Onkyo я его выкидываю. Вот, потому как вот это вот. Ну не хочу я, короче, заниматься этим. Вот, сейчас мы все отсоединим. Жалко, конечно. Хороший усилок был. Но ничего не поделаешь. Смотрите, сколько у него соединений. Есть USB. Выходы, входы, короче, тут целая, блин, целая куча. Жаль, не работает. Итак, ребят, продолжим. Чтобы продолжить, нам сегодня понадобится кассета. Короче, у нас вот такая двухкассетная дека Sony. Sony TCV-320. Попробуем, будет работать, нет. Ух ты, какой-то она звук издала непонятный. Ладно. Будем посмотреть. Угу. Включаем. Ага. Слышали, да? Вот такой звук сделала она, и все. Давайте посмотрим другую кассетку. То же самое. Скорее всего, пасеки выскочили, и она, значит, отключается. Ладно. Больше мучить ее не будем. Дальше пойдем. Дело в том, что у нас еще одна есть. Тоже Sony. Но однокассетная дека. И это у нас TCFX110. Тоже включилась. Попробуем сейчас, что она нам скажет. О,
То же самое, моторчик крутится, а кассета не крутится. Пасеки. Основная причина неработы кассетных дек — это пасеки. Ладно. Тоже убираем в сторону. Кассета, думаю, нам больше не пригодится сегодня. Зато вот что есть. Короче, ребятки, компьютер. Вот такенный. Покарбел. Значит, что у него здесь? Здесь у него не хватает вот этой крышечки. Стоит графикарта by NVIDIA, Windows 7 и Intel Core i5. Вот. Вот такой вот корпус. Жалко, крышки вот этой нет. Вот такая должна быть крышечка. Так, иди. Вот. Давайте посмотрим, что у него внутри. Он, кстати, открыт. Опаля, смотрим. Так, ну материнка у него. Все нормально с материнкой. Правда, она отключена. То есть здесь, короче, снимали жесткий диск, видимо, отключили материнку тоже. Вот. И сняли оперативную память. Вот так вот. А так, в принципе, все нормально. Ну ладно. Я посмотрю, у меня, в принципе, эти жесткие есть. Оперативку найдем. Попробуем его запустить, посмотрим. Вот тут такой нормальный комп. Пока закроем. И продолжим. Так. Вот так вот закрывается. Следующая находка тут немножко такая грязненькая. Сейчас мы ее вытрем. У нас есть тряпочки. Чуть-чуть хоть вытереть ее. Так, вот так вот. Телефункин, ребят, буквально недавно, буквально на днях. Такой телефункин я продал. По-моему, за 40 чем-то евро. Но здесь вижу проблемку одну. Здесь битая панель, видите, вот. Вот это вот. То есть с ним обращались. Как это, когда выкидывали. Это у нас RA100. Видите, давайте его включим. Во-первых, он даже не включается, по-моему. Даже я не его включил. Ё-моё. Ага. Другой кабель взял. Ух ты. Я его включу, у меня аж свет заморгал. Но, тем не менее, лампочка засветилась. Вот. Здесь ударенный вот на этой крутилочке. И вот тут ударенный. Это значит, что товарный вид у него безвозвратно утерян. Вот. Сам усилок, в принципе, хороший. Хоть он и винтажный вот такой, да? Но он достаточно мощный. Вот. И как я уже сказал, точно такой же, я только с плеером, с этим, с тюнером, короче, тоже такой же модели. Недавно продал. По-моему, что-то за полтинник он ушел. Вот. Но этот, к сожалению, этот нельзя продать. Да, его можно использовать там в каких-то целях, где-нибудь там в гараже поставить, чтобы лишь бы музыку гонял. Но вот домой такой, конечно же, с таким внешним видом не очень.
Достаточно тяжелый он. Достаточно тяжелый. Ну что, вот такая уже третья находка. Скажем так, не зачет. К сожалению. Ну что поделаешь. Вот эта, кстати, находка должна быть хорошая. Да, смотрите, у этой находки внешний вид хороший. Вот, вот так вот она выглядит. Это у нас тюнер Yamaha. Yamaha. Включаем. О, видите, таким красненьким цветом засветилось. Вот так вот, раз. И давайте включим. P1, P2, P3. Здесь уже все установлено. Эти самые, как их, волны установлены, на которых оно ловится. Вот. Ну, симпатичненький, хочу заметить. T520 называется. Вот. Нормальный такой. Тоненький. Симпатичненький. Здесь вот для антенн, короче, разъемчики. Вот, ну, оставляем, такой оставляем. Ну что, и в принципе больше сегодня ничего нету. А, ну есть только мелочи вот эти вот. Вот она колонка. Колонка. Ага. У колонки тоже вход сломан, поэтому мы ее тоже выкинем. Видите, у нее вход для зарядки сломан. Резинка уже отходит. Ну, в общем, не судьба этой колонки дальше работать. Мы ее тоже выкинем. Все, ребятки, на этом все у меня. Не забывайте, кто не подписался, подписывайтесь, пишите комментарии, участвуйте в розыгрышах. Всем удачи и до следующего видео.